Hey, всем привет, дорогие зрители и любители необычных игр! Добро пожаловать на новый ролик по игре «Растения против зомби Flower Mod». Продолжаем проходить наш цветочный мир. Давайте дальше. Вот она, супер-зомби-рука. Говорит о том, что сегодня будет у нас новый зомби. Где же ты? Давай, начинай. Опа-на, вот он стоит, дорогие зрители! Новый зомби-танцор! Ты посмотри, какой он! Вау! Суперски! Давайте выбирать растения. Значит, тут у нас три стрел, кабачок и ледогриб сегодня у нас будут в партии. Обязательно берем, конечно же, дымогриб, солнцегриб и, может быть, еще камнеточку, то есть могилоед. Так, и, конечно же, так, подсолнух нам не пригодится. Я его, знаешь, по инерции пытаюсь брать, но вспоминаю, что у нас за окном ночь, поэтому какой подсолнух, только солнцегриб. Так, значит, крыжовник, так, и вот этот нулячий грибок, чисто чтобы начать хоть сражаться как-нибудь, потому что эти грибы, они растут в вечности очень долго, и пока там он будет давать нормальное количество солнца, уже зомби 100 раз здесь нас переатакуют. Так, хорошо, будем сейчас постепенно ставить, значит, две линейки грибов и две линейки стреляющих грибов за 0 солнышек. Так, давай, раз, два, три. Так, быстрее. Так, окей. Так, ну вот 3 стрел, блин, я не знаю, зачем нам его дали, дорогие зрители. Может, эта битва будет намного быстрее и... Вообще, представь, она будет настолько быстрая, что мы даже не сможем накопить на 3 стрел. Ну, сейчас нам главное быстро, вот, дорогие зрители, до первой волны убрать хоть пару могил, расставить хоть какую-нибудь расстановку растений. И я только сейчас понимаю, что я не взял с собой никакой защиты. Ну, как бы, у нас есть защита, крыжовник, но у нас нет никакой стен картошки, которая бы нам пригодилась. Так, давай-ка вот еще парочку грибов. Так, и можно будет расслабиться. Так, у меня идея. Короче, у нас же не так много растений получается. Так, пусть этот побудет здесь. Так. Давайте. Есть. Так, все, с грибами солнечными закончили. Так, на первой волне уже чувствую, поползет там этот... Ё-моё, хитрый зомби-танцор. Какие у него будут новые функции, мы, кстати, сейчас в скором времени посмотрим. Так. И все-таки, если кто-то здесь вот пишет в комментариях, что никаких новшеств в этом моде нету, ребята, не есть. Посмотрите первые серии этого мода. И там как раз вы увидите новшества. И у зомбей, и у растений они есть. Да, они незначительные, их не сразу заметно, но они есть, хоть в каком-то косметическом даже плане. Так. Сейчас, короче, поставим еще вот здесь. 2 мега-гриба. Стой, только не сожри. Есть, отлично. Так. Кстати, в оригиналке этот гриб пропадает, дорогие друзья. И в первой, и во второй части. А в нашем моде он не пропадает. Вот именно в этом моде он не хочет никуда пропадать, и это хорошо. Так, ждем. Ждем, дорогие зрители. Так, должен пойти зомби-танцор. Где он? Так, зомби-танцорушка. Где же ты, мой родной? Так, его нету здесь пока что. Пока что не выходит, дорогие зрители. Так, ну ничего страшного. Сейчас нам еще одно солнышко. Так, и поехали 3 стрел. Так, что у него? О, вышел. Уа, новый зомби. Стой. Другая музыка, ё-моё.
Ё-моё, стой. Так, подарок, вау, спасибо. Так, ну, мне, пожалуйста, заморозить. Всё, он заморожен, всё готово, ура. Слушай, это было круто. Я хочу еще зомби-танцоров, где они? Сюда быстрее. Тащи, игра, быстрей. Так. Стой, не крыжовник. Так. Хотя, кстати, танцора можно убить, в принципе, кабачком. Вот до вот этого момента, когда выплывут другие там зомбаки. Так, давай. Вот. Давай, короче, его... А, я не успел. Ай, танцоры-то, господи. Стой. Давай сюда, грехострел. Так, let's go. Все, так, полетела. Тема. Так, сейчас еще накопим. Так. Ну, блин, ну это прям самое офигительное представление у зомби-танцоров. Так. Какая смешная музыка. Стой. Заморозь. Есть. Так. Давай еще одно солнышко. Есть. Так, вот еще 3 стрел сюда поставим. И готово. Так. Я вот просил больше зомби-танцоров. Вот они поплыли, дорогие зрители. Так. Я предлагаю еще поставить линейку крыжовника. В принципе, будет неплохо. Так. Все-таки мы сумели воспользоваться всеми растениями, дорогие друзья. Здесь все-таки битвы не такие быстрые, как представляются. Ну, типа, ты думаешь, а две волны сейчас быстро пройдет, а тут нифига. А тут не тут-то было. Так, вот давай еще вот эту могилку уберем. И все. И может спокойно расслабиться. Так, что у нас дальше? Так, давай. Я готов встречать целую партию зомби-танцоров. Так. Идет сюда. Стой, погоди. Это зомби-танцор, это женщина, что ли? Я только что обратил внимание, ты посмотри, у него есть шикарный грудик, зомби-женщина-танцор, дорогие друзья, офигеть, и мы выигрываем, ну, пакет с монетами и едем дальше. Давай попробуем сегодня дойти до бассейна, в принципе, там еще 2 уровня, и по идее должен быть бассейн. Ой, как я уже соскучился по каким-нибудь интересным уровням, вот каким-нибудь рулеткам. Как этого не хватает, вот реально. Так, вот это мы возьмем, вот это мы тоже возьмем, или не будем брать. О, кукуруза. О, смотри, какой шикарный выбор нам пользователь Дэйв дает. Если что, за нас пользователь Дэйв выбирает 3 растения вначале, а потом мы уже 5 растений своих выбираем. Дорогие друзья, так, значит, мы здесь возьмем какой-нибудь все-таки орех, хочется какую-то защиту, какую-никакую. А, или, а, хотя у нас же есть тыква, поэтому все, оставляем все как есть и поехали. Так, ну вот ледогриб вообще классный. Слушай, мне ледогриб понравился. Во-первых, все растения выглядят просто реально мило в этом моде. То есть нету каких-то, знаешь, стрёмных, вот каких-то таких некрасивых. Все прикольные. Все по-своему прикольные. Так, тут у нас 3 волны, дорогие зрители. Так, и в принципе, если это, смотри, 9 уровень, значит, получается, мы следующим уровнем должны сыграть в какую-то рулетку. А потом уже будет снова какой-нибудь новый зомби. И уже будет другая локация, по идее, должна быть. Она просто обязана там быть. Обязана. Так, давай. Хорошо. Так, готово. Блин, вот эти уровни все-таки очень-очень затяжные. Так. Давай здесь потихоньку поставим. Кстати, вот за сколько времени грузится тыква, мы сейчас посмотрим. Если долго, то это не особо хорошо.
Так. Давай его. Бум! Давай, чуть-чуть. Есть, готово. Так, все, еще два гриба таких же. И будет у нас готова команда. Ну реально, этот гриб просто выручает. Спора гриб за ноль солнышек. Это просто что-то с чем-то. Так. Предлагаю, короче, потихоньку ставить капусту, дорогие зрители. Так. Вот здесь уберем могилку. Жуткую могилку. Как они умудряются вырастать и у пользователя Дэйва на газоне, я вообще не понимаю. Это, наверное, опять же, какая-то секретная технология, дорогие друзья, доктора Замбоса. Как бы, может, это даже фальшивые какие-то могилы, то есть это... в них уже специально заряжен какой-то зомбак, который выползет рано или поздно. Ну, не знаю, в принципе, можно много теорий строить насчет растений против зомби. То есть, сама игра вообще уже вызывает много вопросов, как в нее столько много времени можно играть. И знаешь, ты, главное, не замечаешь этого. То есть, ты спокойно играешь в нее и все. А потом понимаешь, вау, да, блин, многие игры уже давным-давно заброшены, а эта игра до сих пор держит так хорошо. И она настолько великолепна, что хочется в нее возвращаться и возвращаться. Да, шедевр на все времена. Вот знаешь, вот есть игры, шедевр на все времена. Вот я в этот список точно добавлю растения против зомби. Там, из одиночных игр, ну, Макс Пейн какой-нибудь уж точно добавлю. Потому что до сих пор в эту игру можно играть бесконечно. Как бы, может быть, кстати, когда-нибудь... мы запилим прохождение на Макс Пейна. Опять же, дорогие друзья, вот сколько бы времени ни прошло, эта игра тоже остается великолепной. То есть, представляешь, игры, которые благородно стареют. Вот можно смело заносить вот сюда растения против зомби, именно первую часть. Про вторую сказать не могу, потому что вторая... ну, вторая тоже хорошая, как бы. Ей тоже уже вроде как 10 лет стукнуло. И мы, кстати, этот день праздновали, я помню, год назад примерно. Примерно вроде год назад была днюха у растений против зомби. Там как раз мы, дорогие зрители... Так, там как раз, дорогие друзья... заговорили растения. То есть, представляешь, был диалог пользователя Дэйва с подсолнухом. Такого никогда не было в оригинальных играх, а тут это появилось на десятилетие. Так. Давай, короче, вот здесь поставим тыквы. Блин, тыква медленно грузится. Черт, на что я рассчитывал? Ну ладно. Так. Давай-ка сейчас еще здесь... могилоеда. Поставим, все-таки я его хочу называть не камнеточкой, а могилоедом. Так, еще один зомби с дверьми. Так, давай-ка здесь еще кукурузы. Отлично, так, подступает волна зомбаков. Уже слышу бегущего зомби-танцора на каблуках. Давай. Зомби-танцовщицу, то есть. Стой, 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 погоди, а где зомби-танцовщица? Эй, стой, 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 зомби-танцовщица, где ты? Нет, 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 блин. Ладно, короче, давай-ка здесь, блин, бум, о, да, она выходит. Оу, е! Шикарно, так. Давай-ка, короче, его обратно, то есть ее обратно, блин, не путаем, дорогие друзья. Так. Самая клевая зомби-танцовщица. Так, давай, давай, кабачок, пожалуйста, грузи. О, нифига! Нифига! Так, стой, 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 стой. Так, вот, вот это вот с дверьми надо срочно. Срочно устранить. Так, давай-ка здесь. Бум! Так, маслице. Маслице в лицо. Так, давай-ка здесь капусту поставим. Так,
Еще капусты. Так, золотая монетка, это хорошо. Так, вот здесь можно. Могилоеда. Так, ой-ой-ой-ой. Так. Зомби-танцовщицу быстренько-быстренько ликвидировать. Так, ликвидировать. Есть. Это сейчас здесь еще появится. Так. Хотя зомби с дверьми, кстати, все-таки поднапрягают, дорогие друзья. Как бы не было там, тему поднапрягает. Так, давай. Хоп! Да блин, черт! Ты не в того масла кидаешь, давай быстрее. Так. Так, ну все-таки хоть кто-то да, должен попасть на этот гриб, да. Отлично. Так, хорошо. Давай-ка еще здесь пара гриб поставим. Все-таки у нас защиты толком никакой особой нету. Так, окей. Блин, все-таки этот уровень долгий. Он просто мега-мега долгий. Так, ну у нас, в принципе, дорогие друзья, весь мод будет такой до финала, получается. Вот этим долгим, придолгим, потому что, как бы, у нас, во-первых, три растения идут за выбор пользователя Дэйва, и... как бы выбирается не нами. И к тому... О! Хорош! Три масла на руку попало масло. Офигеть! Давай, бум! Отлично. Так. Так, погрызульки. Здесь срочно надо убрать. Так, давай-ка здесь. Ну, в принципе, дорогие зрители, это было быстро. Вот последняя волна была быстрой. Так, давай. Пум-пум-пум. Так, и выигрываем мы записку. Давай прочтем, что нам там пишут. Так, здравствуйте, мы хотим зайти к вам на полуночный ужин. Как насчет мороженого или порции мозгов? Искренне ваши зомби. Ха-ха-ха. Шикарно. Блин, ну этот уровень, ну черт, а рулетка, ну нормально, все. Я ж забыл, дорогие зрители, что я ж хотел рулетку, понимаешь? Так, давай могилоед сразу быстренько. Я уж подумал, что нам сейчас придется выбирать растение, а здесь к нам приехала рулетка, это хорошо. О, блин, только не этот гриб, черт, он же боится всего и вся. Гриб боится всего и вся, дорогие зрители. Так, он вот сейчас этот зомби еще чуть-чуть ближе подойдет, и он спрячется. И он просто нет, не спрятался. Ну, короче, он прячется, дорогие зрители, и это бесит. И это крайне-крайне бесит. Так, вот, видишь, все, он спрятался, блин. Так, это не очень хорошо, конечно. Так, окей, ядерные грибы есть. Ну, это прям на самый-самый крайний случай, дорогие зрители. Так, короче, давай этого зомбака назад отправим. Так, давайте. Больше грибов. Я тебя прошу, игра. Так, отлично. Слушай, ну он нормально стреляет. В принципе, он нормально атакует, но только в близлежащем состоянии с зомби он все, блин, прячется. И ничего делать не может. Так, давай. Отлично. Так, гипногрибы все тоже оставляем на потом. Ну, по идее, вот это сейчас самая лучшая тема, дорогие зрители. Так, воспользоваться здесь. Давай. Назад. Блин, ну я... Да ех, красота, давай, стреляй, атакуй, черт футбольный. Так, футбольного мы сейчас быстренько повернем назад, все, пока. Слишком напряженный зомбак, дорогие зрители. Так, ладно, вот это все убрать поскорей. Так, готово. Так, отлично, два гипногриба подъехали. Как раз вот для вот этого, блин... 30 с рогами.
что в прошлой серии он, дорогие друзья, навел шороху. Он навел шороху в прошлой серии, этот зомби футбольный. Так. Окей, блин, а кабачок мне никто не даст. Ну ладно, давай вот так. Опа, силы были равны. Так, короче, давай-ка здесь грибок. Ух ты, подарочек, ура, ура, ура. Так, приближается большая волна зомби. Так, давай-ка здесь. Так. Срочно, срочно. Так, погоди-ка, давай-ка ледяной. Все-таки воспользуемся ледяным грибом. Вот ледогриб, блин, он реально прикольно выглядит. Он стрим такой классный. Так, давай-ка здесь поставим. Так, давай-ка назад отправим зомбача. Так, могилоеды уже не дают, я так понимаю. Типа, ты и так достаточно убрал здесь могильников, подумала игра. И сказала, что я больше себе не буду давать могилоеда. Да. Да. Ладно, короче, давай ядерный. Бум! Все, готов. Так. А здесь вот это вам. Так. Ледогриб. Бум! Есть. Прекрасный ледогриб. Просто красавец. Так, два футбольных бегут, и это очень-очень хорошо. Ну, я, наверное, ядерный использую здесь. Так. Я уже хочу вырваться из этого ночного кошмара и поскорее перейти на новую локацию. Давай быстрее. Так, короче, футбольного зомбача мы сейчас быстренько назад. Вот это другое дело. Так, танцор, боже мой. В большом количестве. Так, ну нафиг. Так, готово. Черт. Класс, могилоеды подъехали в самую не в тему. Давай, бум, взрыв. Все, готово. Так, давай-ка футбольного направим назад. Так, бежит. Давай, скорей. Все, дорогие зрители. Так, ждем финальную волну. Так, у нас есть дофига ядерных грибов. И, в принципе, сейчас мы их используем. Так, давай, коп. Так, взрыв. Ага, так, там следующая партия. Давай, подступай. Скорей. Так, еще ледогриб. Так, готов. Отлично. И все, прошли. Это было быстро. Так. И все, дорогие зрители, у нас тут новая локация. Да, и, к сожалению, пока новых зомби не прибыло. Но в скором времени они точно будут, поэтому... Уж я пройду за кадром сколько-то там уровней до нового зомби, и потом уже встретимся в том уровне, где реально уже может будет что-то реально классное, новое, то, что мы еще не испытывали, не смотрели. Как-то так. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. Всем удачи, всем бай-бай.